хотел. Направление. Все... Цифры, я не давай. Знаю, от меня на 120, короче, он над аэропортом. А, ну понятно. Бля. Сам пройдет, не кстати, это идея, забить. Уже питанка, блядь. Бах, это... Стоит себе на интерсекции. Впереди планеты всей, блядь. На то он и танк. Бывает едешь, блядь, хуяришь нормально, блядь. А бывает едешь и уже, блядь, не едешь. Еще есть стовка. А, нормально. Сзади нашего танка и танк. И ты тут какого? Тут тачка приехала. Нет, за первым танком, едет, по-моему. На развязку? Серьезно, блядь? Типа, как заходить вы не увидите? Надоели. Только эфир глушат. Как я боюсь на открытое пространство выходить. Этот вообще куда-то пешком побежал. Ну надо же быть таким интеллектом, а. О, тачка. Можете? Ваша задача спасти машину. Ну-ка, помочь. Да, НСР стоит просто. Он нас стрелял. Нахуй это? Он конченый, блядь. Да он не конченый, он, блядь. Он, блядь, безмозглый и конченый. Он хуёвый, блядь, нет, нет, он безмозглый и конченый. Понимаешь? Бука, он ты... безмозглый и конченый. Рано делаешь, блядь? Нет, как не рано. Я послушал, что он говорит. И, блядь, я свое мнение... Я послушал его в течение получаса. Это, блядь, я не знаю. В прямом контакте я бы этому человеку уже в лицо бы руками начал интересоваться. Блядь, весь металл. Тебе вот, ну убежал у тебя дурачок, ну блядь, бывает. Отъедь на безопасной дистанции. Надо было сваливать сразу, ты извини. Я ничего не сказал про танк. Танк подъезжает к этой хайвею, слышите? Не важно, не в одиночку. Потому что спрячься, если у тебя танка. Дурак выскочил из машины и побежал играть в Рэмбо со своим МП5, то это ладно, блядь, ну как бы и помочись. Ну вот танк как раз за этой, короче, локацией стоит. Где-то. Он дальше поехал, ну вот по локации вот этой ползет к хайвею, к развязке вот этой вот. С юга, да? Да-да-да. Я его уже слышу. Ничего нет, две машинки, это ИГИЛа польского производства. Танк на развязке, прямо на развязке, скажи кассу, пусть сядет, разотворится. Да его отметили, касса же видит. Бесполезно. Это будет самоубийственно. Ты не вейсит, честно, кайс? Вейсит. Ну, по крайней мере, весь раунд был. Эй, чувак, ты кто, медик? Он, у него... У его ник, на самом деле, состоит из двух букв. Бля, тут танк по реальности. Либо касс нас спасает, либо касс нас не спасает, пацаны. В течение всего раунда касс как-то не спасает. Невероятно. А когда ты ведешь, ты берешь. Угу. Она, что фобу отстроить или она не активная или что? Артурка. А я там, да. Ну-ка, таксо. В смысле, ты где-то... Ну, на фобе, которая стала типа. Короче, мы сейчас лапы теряем, тут пиздец. Тут война касса, блядь. Блядь, пулеметчик снял, блядь. Это, наверное, танк. Первый. Наш или их? Наш. А, ну, как... Он часто панился, стал. Ох, все точно. Я, как бы... Очень медленно, поэтому... А ехать вам некуда, ну, вы и на флаке доедете, если что. Ну, мы на Саут-Сити вообще едем. Потому что машина поставим в городе, какой-никакой пулемет-то на ней есть. Ты чё, у кого-то суплайки, если там есть, приют сюда. Да нет.
Прям на мне танк ездит, если интересно вам. Там бы ловко сюда, бля. Танк едет на всю сторону, пишет. Касу не бей. Чё? Ну, точно наша шляпа. Уже видно, когда потом тебя хуярят. У меня знакомый, не помню, Южно-Федеральный округ, не помню, он говорил, где служил. Он говорил, у них на базе К-53 эти аллигаторы базировались. Он говорит, бля, как-то говорит, ну он в обслуживающем персонале был. Он говорит, как-то там, ну, с летунами заобщался. Они его посадили. То есть вся эта тема, то, что шлемом куда смотришь, в ту сторону пушка и поворачивается сама. Чисто только огонь нажимает. Ну там ограниченный угол. Ну вот. Ну, а потом он еще рассказывал эту фишку, что КАС не слышно, что у него есть какая-то херня, что он каким-то образом, видимо, то ли лопасти доворачивает, то ли что. Но говорит, блядь. Турбина, может, какая-то, да? Там какая-то, говорит, херня, он когда заходит на посадку, ты его слышишь, когда там до взлетки ему уже осталось метров 300-500. У него, видимо, как-то он, ну, может, направленную волну из-за тебя сейчас делать. Там выйдет. Он на мосту. Заезжай в город. Ты знаешь, что Гидва делает? Возьмем две суплаки, поставим две суперхоба. Шкирмиш, короче, стоит рядышком с этой. Рядышком с хайвеем в локации. Типа заправки. Кто стоит? Ну, шкирмиш этот. Или как он его там называется? Да, это. Знаешь, это хрень. Да, он самый. Лука. А ладно, я сам скажу. Там было. Вон Е8 ППР. Шкиметр, да. Это чуваки, а про кого вы там говорили? Кто там конченый? Да забей. Не важно. Что за случай, хулиган? Где-то близко. Просто нахуя она? Да, блять, вообще. На этих, на КАМАЗах, этих бумерангах. Двери. Че, поедем, да? Ну что, поставь маркер. Я не вижу танк. Он тобой друг на 30 от тебя танк буквы. Понял. Вот он. Есть, ты не впечатлишь. 2 сотни. Полторы уже, скорее всего. Что я сутки? Полтинник. На 26-м, по-моему, пол. Британская. Где? На метке. Что? Я почу это за хуйню. Амар? Иди заряжайся и добивай ее. Заряжайся и добивай ее, скорее. Гранатами, что? Я сразу пострелял, сейчас заряжаюсь. Сейчас добью. Ты акипапенько сделался, что ли? Слушай, красавчик. Одобряю. Будь у меня танк, и, блядь. Можешь кричать. Попробуем зарядитесь. Стена. Блядь. Подожди, наш. Ну что, реально так медленно едет? Теперь представь. Пацаны, на мне фаербаза отметьте, пожалуйста. Угу. Плюс мы приблизительно ровно по килам и смерти. Ну что вообще рассчитывали?